Друзья, всем привет! Наконец-то пришла весна, и мы начинаем весенние полевые работы тепличные. Первым делом сеем редиску. Теплица будет неотапливаемая, два слоя пленки. Вот таким образом делаем канавочки. Или грядки. Вот так вот у нас получается. Глубина канавки получается 3 сантиметра. И вот так вот наша сажалка сажает ровно канавки. Переставляем. Открываем, и семечки падают четко в канавку. Вот таким образом происходит у нас посадка. Схема посадки получается 6 на 6. Это сеялка более точного высева, чем такие другие барабанного типа с колесиком. Вот таким способом засыпаем семена. Тянем капельную линию, одеваем на кран. Лучше всего одевается с помощью наждачки.